«Спорт день за днем» представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Конец октября – это не повод предаваться осенней хандре и уходить с головой в домашние дела. Даже в такое время в Петербурге открываются новые спортивные площадки, которые, кстати, можно задействовать практически круглый год. Тем более, что погода внезапно решила подарить еще одно бабье лето, а дожди как раз временно прекратились. 29 октября в Сестрорецке, то есть в курортном районе Петербурга, открылась многофункциональная спортивная зона у жилого квартала «Рай в шалаше» на пересечении Приозерной и Рыбацкой улиц. Кстати, на шалаши здешние дома совершенно не похожи. Это, кто не понял, просто аллюзия на музей-шалаш Ленина, находящийся неподалеку. Микрорайон активно застраивается, население приближается к 5000, а мест для спорта до сих пор не хватало. Теперь их на одно больше. Площадку открывали торжественно, с выступлением девушек-барабанщиц, но самые маленькие жители района решили испробовать все тренажеры досрочно. Так что к моменту перерезания огромной красной ленточки, которую не так-то легко было перерезать, площадка уже вовсю работала. До воркаута детишки сразу не добрались, оно и к лучшему, а вот надувные палки, матрешки и деревянные трибуны моментально освоили. Площадка в Сестрорецке многофункциональная, все и сразу. Только в пределах ограждения три секции. Огромная детская площадка, поле для мини-футбола и поле для волейбола. Снаружи расположены воркаут с самыми разнообразными брусьями и капитальные столы для настольного тенниса, какие сейчас ставят по всему городу. Такие универсальные комплексы идеально подходят для уединенных районов, вроде курортного, где все друг друга знают и с удовольствием будут тренироваться вместе, причем с детьми. В шумных центральных районах разумнее разносить разные виды спорта по разным местам, чтобы люди не толпились и не устраивали разборок за место под солнцем. А здесь можно и всем вместе отдохнуть. Открытие площадки как раз это подчеркнуло. На него пригласили актеров-аниматоров, и где-нибудь в центре они бы участвовали в официозном представлении. А здесь просто сразу разошлись играть с детьми и фотографироваться со взрослыми. Представители районных властей, выступавшие на открытии, особо подчеркнули, что площадка будет открытой и не будет запираться. А то у многих жителей возникало такое подозрение, и, видимо, вынесенный за ограждение воркаут эти подозрения только усилил. Но нет, сейчас на повестке спорт для всех. Чем больше доступных полей в городе, в каждом районе, тем проще развивать массовый спорт в регионе. Вообще, курортный район в последнее время превращается в серьезный спортивный кластер. А в свете последних политических событий, спортивный туризм может стать основой здешнего развития. Петербург только выиграет, если российские любители спорта будут отдыхать и одновременно тренироваться в окрестностях северной столицы. В середине октября, например, в Сестрорецке открыли огромный памп-трек, а рядом с ним скейт-площадку с рампой. Все это расположено у северного пляжа, и это лишь в первую очередь строительство спортивного сегмента. В дальнейшем площадка будет расширяться, как и сам курортный район, чему можно только радоваться.